уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все монеты. Уважаемые зрители, перед вами монета Украины, которая посвящена представителям героической профессии спасателя. Это одна из самых опасных и сложных, призванной защищать население и территорию государства от проявления природных бедствий и техногенных катастроф. Друзья, спасатели с присущим им мужеством и неудержимым стремлением к победе, готовностью к самопожертвованию во имя сохранения жизни других, работают на земле и под землей, на воде и под водой, на небе и под онным, в любое время года, день недели и время суток, невзирая на любую погоду. Рассмотрим монету. Друзья, на аверсе монеты на зеркальном фоне в обрамлении стилизованного растительного орнамента размещены надпись «Украина» вверху. По центру логотип Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Малый государственный герб Украины слева от логотипа. Год чеканки монеты 2021. Справа от логотипа. Номинал 5 гривен внизу. Логотип банкнотно-монетного двора НБУ справа под годом чеканки. На реверсе монеты на матовом фоне изображен мужественный спасатель с перепуганным ребенком на руках, глядящий на зеркальный абрис вертолета и надпись «Запобігти, врятувати, допомогти». Ну и, конечно же, техническая характеристика. Номинал 5 гривен. Год выпуска 2021. Материал Нейзильбер. Диаметр 35 мм. Гурт рифленый. Тираж 40 тысяч экземпляров. Качество специальный анциркулейтед. Вес 16,54 грамма.